Перевод и переиздание литургии святителя Иоанна Златоуста на гагаузский язык является значимым событием как для приходов, так и для прихожан. В основу предлагаемого издания положена литургия святителя Иоанна Златоуста, изданная кишиневской епархиальной типографией. Работа над данным изданием длилась 3 года. При переводе литургии на гагаузский язык были учтены все правила орфографии. Гагаузский текст был подготовлен на кириллической графике, переработан, адаптирован к современному русскому языку и отредактирован, сориентирован на действующие правила орфографии и пунктуации гагаузского языка. В последний раз литургические тексты на гагаузский язык были переведены и изданы в начале 20 века Михаилом Чекером. Мы его не изначально перевели. Мы отталкивались от нашего просветителя, отца Михаила Чакир, который дал нам такой хороший толчок. Мы только дополнили то, что, чего не было, а того не было, что люди не слышали те прошения на своем родном языке, те прошения, которые люди приносят в храм и просят у священнослужителей, чтобы они доносили до Бога нужду каждого человека. Это и благодарственные молитвы на гагаузском языке, это и прошение о болящих, о путешествующих, а в темнице заключенных большая нужда есть и в этих молитвах. И вот наши прихожане с этого момента могут на своем родном языке услышать те слова, которые возносит священник с алтаря перед престолом, и более усердно помолиться. В ходе конференции 150 экземпляров литургии были переданы приходам региона. Еще 50 будут переданы приходам, которые находятся за пределами Республики Молдова и служат на гагаузском языке. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Евгений Мельник, ГРТ Новости.